Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Хочу выразить большой респект бирже Bybit за великолепную пляжную сумку Bybit World Trading Series. Вот, и что можно сказать? И приступаем прямо к контенту. Погнали. Вот. Значит, начать с чего хочу? Ну, начал я уже с Bybit, с пляжной сумки Bybit, поэтому давайте сразу про Bybit быстренько подытожим. Кто до сих пор не подписан на нашу телегу, срочно это сделайте. Там у нас весело, происходят всякие вот такие штуки. Срочно подписывайтесь, там у нас всякие интересные штуки. Вот теханализы ребята кидают свои. В общем, никакой цензуры, можете... Ну, только если не откровенную, конечно, порнуху там или какой-нибудь террор. Короче, обязательно ждем вас там. И касательно Bybit, вот тут у нас закрепленное сообщение. Вот, кто хочет попробовать себя в мини-турнире на Bybit, призовой фонд до 5 BTC, скидки 20% на все комиссии, регистрация по ссылке и минимальный порог для входа всего 0,01 BTC. То есть, в принципе, я думаю, много кто осилит. Тыкаете по этой ссылке из телеги или из описания этого видео. И вот мы видим тут, вот тут вам надо будет нажать регистр, имея при этом 0,01 BTC на балансе и будучи залогинившимся на бирже. И тут мы видим, что уже 631 участник, призовой фонд уже вот такой вот. Если будет больше участников, то он будет расти, соответственно. И призы сейчас уже вот такие вот. То есть первый приз получит 0,56 BTC, пятый 0,11, ну и так далее. В общем, почитайте тут все. Competition, вот, собственно, заканчивается через 20 часов регистрации. То есть у вас есть буквально вот сегодня вечер, завтра утро, чтобы это сделать. До часу дня по Москве, по-моему, завтра. Так что закидывайте миллион сатоши на Bybit, нажимайте регистр и вуаля. Получите торговые скидки на все комиссии. А также еще вы можете участвовать в лотерее, использовав вот этот промокод. Тут все написано, если что, на русский переключитесь, если вам английский непонятно. Короче, вот этот промокод копируете, тащите сюда, в Rewards Hub, в отдел наград, или как он там называется по-русски. Вот, идете в свои награды, и вот тут ваучер-код, вот здесь его вводите и нажимаете. И все, и открываете хотя бы одну сделку за момент соревнования, то есть, если не хотите торговать, можете просто один контракт открыть и сразу же закрыть. И все, и вы участвуете таким образом в лотерее, и можете выиграть еще и биток, насколько я понял. Ну, плюс тут вот эти все призы, тоже их можно прособирать. Вот этот приз Strategy Alert очень легко собрать. Если вы просто делаете себе напоминалку в мобильном приложении, стратегический звоночек, и сразу же забираете этот приз. Приз активного трейдера, ну и всякие тут другие призы. Вот, окей, это обсудили, так что встретимся на турнире на Bybit. А сейчас давайте вкратце пробежимся по всем монетам. Да, собственно, что я вам хотел показать, вот то, что тут пищит у нас, это вот эта штука AgrTrade. Вот она, эта ссылочка, тоже будет в описании. Это просто идеальный инструмент для скальпера, особенно для того, кто на малых таймфреймах торгует. Это, короче, что? Смотрите, 10-секундный график. Вот он здесь можно выбрать, хоть секундные свечки можно поставить. Но 10-секундные по дефолту, они как бы на самом деле лучше. Вот здесь вот звук включаете обязательно сверху. И дальше он показывает вам все ликвидации крупных позиций со всех мажорных бирж. То есть вот с Binance, с BitMEX, с Bybit, с Deribit там и так далее. И как вы видите тут, соответственно, красный это он сейчас ликвидирует лонги, то есть принудительно закрывает, продает. И зеленый это, соответственно, ликвидации шортов, то есть принудительные покупки. И вот мы видим здесь, куда идет цена. И самый прикол здесь в том, что мы слышим, куда идет цена. То есть, чем сильнее ликвидация, грубо говоря, вот сейчас сотни тысяч долларов ликвидируют, а когда ликвидируют миллион долларов, то там очень громкий звук, очень такой звонкий звук, точнее. И наверх он, собственно, когда наверх звонкий, он это значит, что цена идет наверх, ликвидируют шорты, да, здесь зеленые. И наоборот, когда он вниз, то как бы понятно. Короче, грубо говоря, можно слышать реально, куда идет цена. И это очень прикольно, потому что, ну, слышать именно резкие движения цены. И когда вы не у монитора или что-то делаете, ну, или просто не можете смотреть на график, в общем, мне лично это очень помогает. И сейчас вот мы пока с вами посмотрим на графики и будем слушать. И на примере этих громких звуков я вам покажу, ярких звуков, как это работает. Вот, давайте пробежимся по графикам.
по-быстрому. Ну, что тут можно сказать? Ну, начать предлагаю с биткоина, который вроде нормально себя чувствует. MACD вроде вот у нас разворачивается в зеленую. RSI тоже. На дневные свечи мы смотрим. Если мы посмотрим хайка наши свечи, то они нам более ясный сигнал дадут. Вот видите, все зеленое. То есть сейчас потенциал к росту есть. Тем более всех наебали этим гэпом. Но также мы можем увидеть сейчас и rejection от вот этой EMA Ribbon и уйти, конечно, закрывать гэпы даже ниже потенциально. Поэтому ситуация такая двоякая. Вот, и альты все на самом деле сливаются к биткоину. То есть доминация битка у нас начинает расти, вроде как. Будем наблюдать. Биткэш вчера неплохо так шел за биткоином. Биткэш, вот он, к доллару тоже вроде отскакивает. Но к биткоину они все, конечно, плачевно себя чувствуют. Dash вообще тоже по дну размазывает. ETC. Ну, в общем, все так же. Единственные реально перекупленные альты у нас до сих пор, я считаю, это Link. Ну вот, да, Link мы видим, посмотрите. Он уже как бы скорректировался неплохо, но как бы он вот это сделал. А все те альты, про которые мы говорим, они еще вот это не сделали. И Link, да, конечно, в шортовой зоне. И вот что-что сейчас шортить, так это Wi-Fi, я думаю, нужно. Посмотрите на Wi-Fi. Вот он уже был 40 с чем-то тысяч долларов и пошел вниз. Как бы если вот эта двойная вершина, Wi-Fi к доллару или Wi-Fi к битку, на Binance, милости просим, в изолированной марже. Binance дает пятое плечо на Wi-Fi, то есть на один биток вы можете взять, грубо говоря, больше, чем один Wi-Fi, или продать его. И чтобы не держать этот скам, вы можете USDT залить, на самом деле, там сколько-то даже, и его пошортить или полонговать отскоками. Но у него такой хороший ход, что тут можно поиграть. Слушайте, он в день ходит на несколько тысяч долларов монета. То есть даже если вы 0.1 этой монеты возьмете, она у вас будет на 100, на несколько сотен долларов в день ходить и так далее. Даже если вы 1/100 этой монеты возьмете и будете ей торговать, то она будет у вас ходить на 50, на 100 долларов в день, эта сделка. Так что вот такая история. На самом деле Wi-Fi, наверное, надо уже набирать шорты. Ну, не знаю, сейчас я этого делать не буду, потому что времени мало. Но в целом скоро вот начнется еще турнир на Bybit, и думаю провести лайвстримчик. И можно будет, да, попробовать и Wi-Fi пошортить, и все остальное. Вот, ну а так, что тут еще? В целом, золото. Золото вроде наверх смотрит. Находит поддержку здесь. Серебро тоже. Индексы тоже отскакивают. Нефть отскакивает. В целом, короче, рынки отскакивают. Поэтому посмотрим, что будет с криптой. Доллар, правда, тоже отскакивает. Ну, так он, конечно, топится, но хз, короче. В общем, напишите в комментариях свое мнение и в чате, в Телеграме, что вы думаете, куда пойдет рынок. Из недокупленных монеток еще мне нравится очень Raven Coin. Вот, Raven, RVN. Raven Coin к битку просто сейчас подарок, реально, по 150 сатоши. Вот он где был, да, то есть... Больше 10 иксов, если он сейчас пойдет хай переписывать. Raven Coin аккумулирую. Stellar немножко аккумулирую. Dash, ETC, Monero вот тоже думаю аккумулировать. Bitcoin Cash. В общем, думаю, даже после просадки. Litecoin тоже. После просадочки все-таки мы увидим хороший рост по всей этой альтухе. А можем и сейчас сразу стрельнуть. Поэтому риски уже небольшие. Можно набирать спокойно. Ну а так мы вот видим, что у нас идут ликвидации лонгов, но не слышим особо звуков, потому что ликвидации вот такие, не очень большие. Но тут можно настроить в настройках частоту этих звуков там. Но мне нравится все по дефолту, короче, вот как у них есть. Ну, сейчас посмотрим, что будет с этой фигней. Вот они, эти звуки, вот пошел памп, видите? Вот он, джекпот винер. Вот это я вам хотел показать и очень долго ждал. Сейчас мы 11 тысяч пробиваем. Вот когда вы слышите такие звуки, это уже ликвидация очень больших позиций. И можно смело прикрывать свой скальп. Собственно, вот такой вот примерно расклад. Все, всем профита, йоу. Ну вот такой вот сегодня коротенький обзор. Сори, надо бежать. Всем профитных сделок. И пишите в телеграм-чате, скоро замутим лайвстримчик. Добавляйтесь на турнир Bybit. Все. Peace out.